Видео, выложенное в интернете в понедельник и вторник, предположительно показывает протесты в Сирии против правления Башара аль-Асада. По данным активистов, 30 августа, в день мусульманского праздника Разговения, правительственные войска застрелили 4 человек в южной провинции Дераа, включая 13-летнего мальчика. Протесты вспыхнули по всей стране, больше всего в окрестностях Дамаска, в городе Хомс и в северной провинции Идлиб. Тем временем сам президент 30 августа отправился в мечеть, чтобы помолиться по случаю окончания Рамадана. По данным Национальной правозащитной организации Сирии, с начала восстаний, разгоревшихся в марте, правительственные войска убили по меньшей мере 3100 гражданских лиц.